Всех приветствую, я Адонис. Мы продолжаем проходить Dying Light 2. Сейчас мы направляемся на основное задание. Как там назовется? Место, которое я назову домом. Я искал Лон, но она нашла меня сама. Когда я рассказал ей о Дилане и ключе ВГМ, она согласилась помочь мне добраться до Рыбьего Глаза. Встретись с Лон в Рыбьем Глазе. Ну что ж, встретимся. Приятного аппетита. Как хорошо кушает. Здоровый аппетит. Это было бы что-то. Электричество для всего города, представляешь? Может, запущу и другие. Ладно, можешь просто не дать миротворцам их все заграбастать. Ну ладно, все, больше не буду отдавать миротворцам. Это был, наверное, последний раз. Посмотрим, как они вести себя будут. Да, еще один из этой банды воров. Судя по виду, мелкая сошка. Время Дикого Запада для него закончилось. Ты отправляешься в тюрягу. Ну смотри-ка, даже не убивает бандита, а судит его. В тюрьму сажает. По земле тоже весело побегать иногда. Блин, фанаты, срочно убегаем. Темное пространство. Ох, какая красота. Так, ну сейчас мы этим заниматься не будем. Очередные похороны сжигают. Еще один товарищ покинул нас. Карине было всего 26. Рука правосудия дотянется до тех, кто оборвал ее тяжелую, но замечательную жизнь. Правосудие настигнет тех, кто лишил ее шанса найти любовь и мечты возделывать свое поле. Прощай, добрая душа. Покойся с миром. Возделывай свое поле на небесах. То есть ее не зомби убили, получается? Судя по его речи. Так, там домик. Давайте откроем сразу. Домик на земле. Большая редкость. А, это метро. Окей. Сейчас мы узрим тот самый Рыбий Глаз, да? Знаменитый бар. Хорош. Блин, так красиво сделали, молодцы ребята. В таких тяжелых условиях. Это очень непросто. Дэд Джон. Вместо Джека Дэниелса. Слышишь, бутылка разбилась. Фред в столовой. И к гадалке не ходи. Всегда нужно быть ко всему готовым. Еще армейский груз. Слушайте, а много их тут? Ёбаные солдаты сломали моему брату жизнь на мартовскую резню 13 лет назад. С тех пор я не верю никому. Чувствуется офигительное место. Это аналог базара местный, да? Луан? Луан, слышишь? Луан. Надо осмотреться. Блин, офигительный бар. Тут жить прямо так хлещет, столько людей. Классно. Особенно в таком тяжелом мире приятно такое место увидеть. Слышал? Говорят, ночные бегуны вернулись. А-а-а, я не прочь с ними познакомиться. Не видели Луан? Видели. Она вечно тут крутится. Ой, постой, ты про сегодня? Прости, у меня от волнения все перепуталось. А чё это ты разволновалась? От вида меня? Кто бы мог подумать?
А по-моему, зря заигнорит. Наняли завтра бы Значится, вы понятия не имеете, кто включил свет? Пытаемся это выяснить. Потерпите. Потерпите? Какой от вас дом? Простите, не видели, Луан? Не видишь, мы разговариваем. Вы миротворцы, да? Да. И я уже сказала, неизвестно, кто включил свет. И когда он появится в других районах. Потерпите. Мы делаем все возможное, чтобы узнать это. А, тут и миротворцы тоже? Серьезная такая женщина. Я всего лишь ищу друга. Луан, ты знаешь, что делать, если поймаешь тигрицу за хвост? Скорее всего, она где-то снаружи, но можешь поинтересоваться в баре. Что-то подлагивания появились какие-то. Ты же настоящая легенда, в курсе? Пьяный валяется и разговаривает со мной, нифига себе. Он меня по запаху определил. И захрапел, молодец. Солярий. Привет, я ищу Луан. Не знаешь, где она? Только была здесь. Шею не свернул? Славно. Это он? Гаджа, о котором ты говорила? Данил, я много о тебе слышал. Какой он потрепанный, весь в шрамах. Возможность ночных бегунов. С травками весь. Да? Хорошего или плохого? Иногда слишком хорошего, Гаджо. Но я вижу, Луан, ты по душе. Если ты тронешь ее пальцем, сделаешь ей больно, маленький засранец, я найду тебя, прирежу и скормлю твой труп зараженным. Даниэль, заткнись, идиот. Я ему не доверяю. Он чужак. От них одни неприятности. Боже. Ты что, ревнуешь, Даниэр? Мы не были вместе, понял? Расслабься. О чем ты говоришь? Что друзья Луан мои друзья? Даниэр говорит, что для подачи электроэнергии нужно включить другие подстанции. А чё, шлепнем? Электростанция работает, но вот кабели уже никакие. Атрофии мускуларные струиты. Мышцам нужна тренировка. Пойдем, комната Фрэнка вон там. Сначала разберемся, зачем Вальц вообще включил свет. Рад встрече, Гаджо. Будь осторожнее. Он грек, что ли? Что ты тут забыл? Блин, микрофрезы появились. Тут много обновлений вышло, и Windows обновился, и видеодрайвер. Алкоголик и наркоша. Вроде в игре микро какое-то обновление. Я все надеюсь, что исчезнет изменение профиля. Поэтому не отказываю обновлением. Кто-то тут деревяшки кушал. Видимо, дело совсем плохо. Везде есть место любви. Почти не просыхает. Прошу, отойди. Ты мне не нравишься. Жаль, только не просыхает. Это говорит человек, который храпит на полу в блевоте своей. Ой, прекрасно. В 1960 году, когда рыли метро, рабочие наткнулись ну же? На старые шахты. Все чуть не обвалилось. Мы идем. Еще о Фрэнке. Видишь этих людей? В любом другом месте они вцепились бы друг другу в глотки, но они здесь. Здесь они ведут себя собрано и спокойно, из-за Фрэнка. Он был ночным бегуном, и его уважают. Здесь все ему обязаны. Включая меня. Если бы не он, я была бы не здесь. А где бы ты была? В темной зоне, Кусакой.
Или в притоне, обдолбанный. Фрэнк поможет нам. Ты тоже можешь на него рассчитывать. Поверь. Готов? Вперед. Ты меня не наебешь, Рейвик. Фрэнк! Они перебили нас. Одного за другим, как ебаных кроликов. Фрэнк? Фрэнк, это я. Проснись! Ты? Какого хуя тут делаешь? Мешаешь мне поговорить с... Рейвик давно умер, Фрэнк. Соберись. У тебя гость. И кто это? Королева ебучей Англии? Я что, должен раскланяться? Это Эйден. У него есть ключ доступа в ВГМ. Это им Вальц включил электричество в городе. Рабочий ключ в ВГМ? Пиздишь. Покажи ему. Где взял? У одного из людей Вальца. Значит, ты человек Вальца? Полегче, Фрэнк. Он на нашей стороне. Мы думаем, что на нем есть данные об экспериментах в больнице. А, так ты еще надеешься узнать, почему Вальц испоганил тебе детство? Ладно, я скажу тебе. Готово? Потому что он сраный псих, ёбнутый на всю башку. Это твой святой Грааль и ковчег завета в одном флаконе. Довольно? Эйден, да? Теперь вам, Слоан, лучше съебать отсюда нахер. Я должен подумать о более важных делах. У нас бы все получилось, если бы этот мутак пришел к телецентру. Ты был прав, Рейвик. Сраный предатель. Без него мы были как дети, вышедшие с рогатками на танки. Да, видно, он дерьма повидал. Рейвик — это друг, который погиб. А кто их кинул, интересно? Он имя, по-моему, не называл. Мы не закончили, Фрэнк. В нем информация о том, кого я ищу. Надо как-то ее прочесть. Это сраный ключ, а не дневник. Им можно открывать двери, включать электричество. Но сам по себе он бесполезен. Его нужно куда-то вставить. Я бы сказал, куда тебе его вставить, но лучше свали. У меня от тебя башка трещит. Рейвик. Ах ты, ублюдок. Почему ты пошел на это задание? Все пошло не так. Столько людей. Столько замечательных людей. Луан говорит, только ты сможешь помочь. Луан чё только не несёт. И знаешь что? В основном всякую хуйню. Она наркоманка, которую я подобрал на улице. Ясно? Не веришь мне, её спроси. Она сама тебе всё расскажет. Толку-то от попадания на этот этаж. Мы были в куче дерьма. Ничего не вышло. Может, эта башня никогда не была и не будет захвачена, понимаешь? Мы все, блядь, сыграем в ящик, и тогда будет круто. И ты тоже заткнешься. Нифига себе. Столько времени прошло, а до сих пор все это его мучает. Не, ну он еще напился сейчас. Хотя, как сказал другой пьяный мужик, он вечно пьяный. Еще раз надавим. Я не для того проделал весь путь, чтобы ты вот так меня отшил, Фрэнк. Ты проделал весь путь, чтобы поговорить со мной? Ну, папам-парапам. Поздравляю, ты еще больше неудачник, чем я. Теперь съебись уже отсюда. Видишь, Рейвик, он способен раздражать меня почти так же, как ты. Заткнись! Тебе слова не давали! Блять, Рейвик! Перестань извиняться за этого предателя и отрицать итог! Так, теперь выбор. Надавим, до конца идем. Фрэнк, чтоб тебя! Вернись! Отъебись, малыш. И раз уж съебываешь, захвати с собой Лан. Все, я закончил. Луан, мы здесь закончили. Пошли. С этим ключом Вальц врубил электричество впервые за 15 лет. И не думаю, что он это сделал по доброте душевной. И тебе похеру?
Фрэнк, соберись! Ты был легендой, командиром, блядь, ночных бегунов! Ты вообще это помнишь? Тот Фрэнк умер, Лоан. Он погиб с другими у телецентра. Нахера Вальцу включать электричество? Не спрашивай, я не знаю. Но если ты ищешь базу данных ВГМ, тебе нужен терминал, чтобы получить к ней доступ. Дело в том, что я не знаю, где его искать. А те, которых я знал, наверняка не работают. Но хорошая новость заключается в том, что, наверное, скоро мы все умрем. Здорово. Будем. А теперь съебитесь из моей квартиры. Чёртов алкаш. И сама бухнула. Да, синька мразь. Ты слышал? Твою мать, что случилось? Посмотришь? Я тебя прикрою. Это эти отбитые, как их, ренегаты? Где же миротворцы? Всем подразделениям. Ренегаты в Central Loop. Повторяю. Ренегаты в центре. Окружают рыбий глаз. Кто-нибудь слышит? Прием. Выходите, крысы! Вылезайте! Или мы стандом эту старую халупу! Сейчас мы их сзади обойдем. И гуляем. Ха-ха-ха. Это балетки. Один усоп. Это один из выживших. Бля. Они меня увидели через стену, нифига себе. Крутые способности, ребята. Так, берем что-нибудь поинтереснее. Вот. Ух ты, тварь. Вот так, располовинил. О, лук, хочу лук себе. Красота. Ну что, давай, дружок. Охренеть, с ботинками верхняя. Сразу. Часть полетела. Сволочи, бомбят. Попадание и рыбьему глазу конец. О, у них неплохой лут. Ну ладно, пойдем. Так, как тут добраться лучше всего? О-о-о-о. Ну что, ребятки, поиграем? Пока. Давай, иди ко мне. Полетай. Красота. Выжил. Хорош. Меч, конечно, офигительный. Выглядит классно. А это бутылки пустые. По времени с запасом. Саботаж. Ха-ха. Пронесло. Эйден, тут еще ренегаты внизу. Это ублюдки. Зараза, вниз полетел. Они прорвались. Надо еще тренироваться. Зараза. Эйден,
Ну давай! Тебя уже можно хоронить! От копья не увернуться! Так, что у меня там есть? Вот. Да блин, ублюдок! Блин, тумиял. Ладно, горите. Ну что такое? В огонь тебя, скотина. Они убежали из огня, молодцы, не тупые. Тут боты вполне себе хорошие. Искусственный интеллект. Ну, кроме зомби, само собой. Эйден, там пушка на крыше на западе. Разберись с ней, давай. Да блин, не дают полутать. А у них неплохо с денежками, посмотрите. И опять таймер. Но это хорошо. Так, ага. Ух. Блядь, еще одна пушка на юге. Они хотят взорвать рыбий глаз. Блин, я дубинку взял. Далековато оказался. Ваншот! Слушайте, офигительный меч. Даже чувствую себя перекачанным. Сколько там? Ах, ладно, спешить. Так, как туда попасть? Через потоки. Ух ты, хорошо как. Давай, давай. Ха-ха, прощай, дружок. Нифига себе, с трех ударов только подох. Живучая мразь. Со временем нормально у нас, можно и полутать. Ты зараза! У них Фрэнк! Забаррикадировались. Мне не пройти. Сука! Уже иду. Я, получается, один тут всех убиваю. Но вид красивый, конечно. И механики прекрасные в игре. Что там они говорят? На все три раз. Два. Отпусти его. Дернешься, он трус. Отпусти его. Эйден, берегись. Вообще в таких ситуациях очень близко к шее и горлу держит ножик, прям надавливая на грани. И даже если убивает, то может рефлексом порезать горло. Ну ладно, придираюсь. Ой, красиво. Сцены тут тоже офигительные. Все в порядке? Проверьте, есть ли раненые, и позовите медиков.
И убедитесь, что в округе не осталось ни одного ренегата. Да, командир. Ты в порядке? Джек Майн. Ну что, Фрэнк, ты как? Я все видел. Как тебя зовут? Эйден. Если бы не ты, погибло бы куда больше. Давайте, парни, обыщите район. Сэр, у меня вопрос. Мы ищем базу данных ВГМ. Почти все их устройства не работают уже много лет. Зачем вам эта база данных? С вашим опытом в городе, вы должны все знать об объектах ВГМ. Нам с Эйденом нужно найти эти данные. Поможете? Луан, это твой друг? Эйден? Вроде того. Никогда тебе не слышал, Эйден. Откуда ты? Он похож на вояку бывшего. Такой серьезный мужик. Опять же, озвучен отлично. И голос хорошо подобран. Вот даже интересно, неужели и в этой игре придираются к озвучке? А зачем лгать? Он мужик прямой. Во всяком случае, впечатление такое создал первое. Будем с ним прямо общаться. Я Пилигрим. Я пришел из-за стен. Значит, ты многое повидал. Повидал дерьма. Наверное, бывал и в старом Велидоре, да? Что вы хотите знать? В последнее время там все сложно. Мы потеряли своего командира, и базарные пытались отрубить нам электричество. Говорят, что большую часть наших людей перебили. Или зараженные, или Ах жители ты! Базара. У меня также нет связи с отрядом нового командира Айтера. Это главнокомандующий! Знаешь о них что-нибудь? Это и есть главнокомандующий! Миротворцев! Блин, что-то он у меня хорошее впечатление произвел первое. Тем более обычно темнокожие хорошие всегда. Если темнокожий будет главным злодеем, то эту игру обвинят в расизме, вы чё? Ну даже не главным. Но тут музыка такая играет зловещая. Но будем к нему присматриваться. Это пока лишь первое впечатление. Мы нашли Вальца, но он одолел нас и сбежал. Что? Где? Когда? В туннелях у автозавода. Вальц разбил отряд Айтера. Я едва смог улизнуть. Я не должен был их бросать. Нужно выяснить, что происходит. Что касается оборудования ВГМ, поговори с лейтенантом Роу. Если что-то еще и работает, он об этом знает. Его взвод охраняет остров Калверт и район Нью-Даун-Парка. Но из-за нападения мясника мы вырубили рации. Так что придется отправиться к нему. Передайте ему вот это. Что это? Приказ для него и других отрядов. Пошли, парни, уходим. Давай наружу. Поговорим. Блин, все круто. Харизматичный мужик. Производит впечатление. Прочь из моего дома. Шоковые стрелы, аптечка. Master of Onion. Типа намек на Master of Orion. Такая стратегия знаменитая есть. А тут мастер лука. Повесим на гусара. О, главарь банды! Master of Onion. Так, у меня на мече ничего не висит. Вот сюда мы главарь банды повесим. Меч варвар. Полицейскую дубинку можно прокачивать уже. Третий уровень. Чего тут ждать? Правильно? Правильно. А, сначала подождем, может прокачаем улучшения, а потом прокачаем оружие прокачанными улучшениями. Эх, так классно было, слышите. Я, конечно, за то, чтобы места менялись, но не так же быстро, я еще не освоился в этом месте. Не прыгать здесь. Прекрасно. Ай-яй-яй. О! Записка, карта. Король червей. Я в какой-то веке сразу правильную клавишу нажал. На карточке изображен Вирал, недавно обращенный человек.
Из-за вируса они быстрее, проворнее и кровожаднее, пока их тело не подверглось неизбежной физической деградации. А, такое же описание в первой части было. Это турбо-зомби. Слушайте, тут турбо-мужики есть, а турбо-бабы есть вообще? Что-то не припомню. В первой части точно были. Просто я все хотел применить это слово, и никак не было возможности. Так, грязную катану пора улучшить. Давай им пламени. Так-то. И украшение. Главарь банды. Варвар, надо добивать его уже. Хороший меч, он мне достойно послужил. Я его запомню надолго. А, это выход еще один. Ладно, пойдем по-нормальному. Ты еще сломаем игру. На этот раз миротворцы порядочно разозлили ренегатов. Проблем не избежать. Миротворцы должны были защищать нас. А теперь нам надо защищать их? Блин, она лежит умирающая и таким голосом рассказывает. Таких косяков в этой игре много. Пилигрим, ты же что-нибудь с этим сделаешь, верно? Не, скверно. Перестань притворяться. Это не смешно. Офигеть, он погиб, видимо. Ох, боюсь, он не притворяется. Верните мне его. Жесть. Не забирайте его у меня. Как мне жить дальше? Я в это не верю. Это бред. Подерись сюда, попали. Просто бред какой-то. Должно быть, кто-то из гражданских нас предал. Где ты научился так драться? Где? Когда был пилигримом. Выбора не было. Во время странствий, да? Ты когда-нибудь задумывался, как они сделали нас такими? Сильными? Скорее, ебанутыми. Ну да, ебанутыми и сильными. Может, выясню, когда найду Мию. Что дальше? Роу может знать, как получить доступ к этой чертовой базе данных. Вот. Отнеси ему этот приказ. Только не потеряй, или Джек спустит с меня шкуру. А ты что? Я присоединюсь, но сначала мне нужно к Фрэнку. Ты его видел. Он еле держится. Столько интересных персонажей мы узнали. Короткий промежуток времени. Значит, от Фрэнка особой помощи мне можно не ждать. Ты не знаешь, о чем говоришь. Он был ночным бегуном. Хотя теперь, когда напьется, он даже не может правильно это сказать. А бегуны не пережиток истории? История повторяется. Во благо или во зло. Но легенды нет. Говори, что хочешь. Я верю, что когда время придет, если время придет, Фрэнк будет на высоте. Кто знает, может, он предложит и мне вступить в клуб. Я бы хотел с этим Мэттом побольше поговорить. Джек, командир, доверяешь ему? Джек Мэтт? Умный мужик. Ну, немного самовлюбленный. О чем это ты? Ну, он всего лишь майор, но сам себя называет командующим. Но он рассказал нам, где Роу, и дал шанс найти терминал ВГМ. А на остальное плевать. Что насчет этого Роу? Знаешь его? Роу? Слишком хорошо знаю. Он отличный командир. И ебанутый. Почему-то многие говорят, что мы с ним похожи. Однажды Джек отправил его взвод в место, которое оказалось темной зоной. Люди запаниковали, и, возможно, они бы не выбрались оттуда. Но Роу не растерялся. Он приказал всем отойти назад и начал стучать палкой по бочкам, привлекая этих уродов. Это был самоубийственный план. Но главное, это был план. Его бойцы снова смогли собраться. Если бы ночные бегуны еще существовали, Фрэнк точно бы его взял. Да уж, странный план. Как они выжили там. Окей. Хорошо. Начни с острова Калверт.
У миротворцев там застава. Луан, знаю, что в старом Велидоре я вступил в конфликт с Айтером. Я взорвал ветряк миротворцев. Мы друг друга недолюбливаем. Боишься, они узнают, что ты сделал? Ты разве не слышал, что говорил Джек? Расслабься. Здесь никто не связан со старым Велидором. А если такие и есть, к тому времени мы уже найдем то, что ищем. И будь на связи. Принято, партнер. Не связан? Но отсюда командование же идет. Теперь проклятые ренегаты нападают на столовую. Интересно, есть над чем подумать. Много пищи для ума. Так, тут могут улучшить. Слышал, что ты стоишь, как стол. Напали на столовую. Эх, как туда попасть? Это торговец. О, записка. И там еще записка. Или что это? Инженеры миротворцев сейчас работают над сигнализацией и электрическими ловушками. Сканирование, тьфу-тьфу-тьфу, очень четко работает. Тут заперто. Так. Как тут все непросто. Кассета. Дневник Фрэнка Марви. Будем искать первый сначала. Первую кассету. Объявление о поиске клавиш А и Е. Ах. Объявление о поиске клавиш А и Е. Приму в дар, выменю или куплю клавиатуры для ПК, пульты для телевизора, игровые контроллеры. Я собираю вышеупомянутые предметы и вынимаю кнопки с буквами, потому что я учу своих детей читать. Мне не хватает букв А, Е и большинства знаков препинания. Помоги мне. Как только дети научатся читать, я собираюсь продать свою коллекцию букв. 3 полных алфавита. Всем, кому понадобится этот важный образовательный инструмент. Вот так вот. Пойдем домой. Так, тут должны быть другие кассеты. О, улучшайзер. Так, самодельная граната. А, я еще не умею ее делать. Зараженное лезвие. Круто. Усилитель легких. Боже мой, сколько тут всего. Огненные стрелы прикуплю. Самые дорогие зараженные стрелы. Окей. Ну, кстати, у меня не так уж и много ресурсов. Надо будет пособирать. Смотрите, такого типа модификации, где ты сам заряжаешь удар. Она белая, серая. А где процентная вероятность, то зеленая, типа, лучше считается. Ну как? Отмычку прокачаем. Так, больше особо-то и нечего прокачивать. Ресурсов не хватает. Продадим ценные вещи. Есть товары специально для тебя. Так, тут торговец. Ух ты, лук! Ржавчина! Сейчас купим. Я только посмотрю, ничего у меня нету нужного в товарах. Да, не, можно продавать. Главное, шкатулки я девочке отдал. Искусный лук. Красота. Не пропивай все, заходи за покупками. Видно, тут ноги бухают. Что он вам сделал? Как мне жить? Блин, заперто. Так, контейнер с ингибиторами нашел.
и смотри. А, это записка. Воздушная прогулка над Виледором. Приглашаем на воздушный полет над городом. Парите свободно, будто птица. Оставьте внизу повседневные заботы. Представьте, что вы на дирижабле из 1900-х. Любуйтесь достопримечательностями Виледора под другим углом. Башни Великого Собора Святого Павла. У вас на ладони. Громада знаменитой башни Венси у вас под ногами. Сверху прекрасно видно, как менялась годами церковь Святой Троицы. Рассмотрите автозавод «Динамо», который мог снабжать электричеством весь город. И это далеко не все. Мы отправляемся с центрального вокзала в современной части Виледора. Ну, у нас свой параплан есть, не хуже. Так, ну ладно, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Лук уже в следующей серии посмотрим. Я пока кассеты найду.